Трагино играет на ноль. Горшков все моменты пока что исправил. И сейчас суперсейф Ильи Горшкова. Жалко, что пенальти сейчас пробьют футболисты Дельты. Жариков получает желтую абсолютно заслуженно, потому что сбивал Панкратова уже, когда тот готовился в пустые мяч отправлять. Но сейф Горшкова, вы знаете, мы, естественно, после каждого игрового дня определяем, в том числе с помощью экспертов, моменты красивые, голы, но в том числе...